Авария на трассе под Челябинском. ВАЗ 11-й модели залетел под фуру. И только чудом никто не пострадал. Шокирующие кадры ДТП попали в объектив камеры видеорегистратора. Дорога в сторону кургана. На кадрах видно, как легковушка обогнала фуру, а потом машину занесло. Видимо, водитель потерял управление, когда пытался перестроиться в свой ряд. Водитель фуры нажал по тормозам, но избежать столкновения не удалось. После такого пируэта на дороге чудом никто не пострадал. А это кадры с проспекта Победы. Иномарка перевернулась и упала на трамвайные пути. На несколько часов движение вагонов было парализовано. На Комсомольском проспекте водитель маршрутки не уступил дорогу Тойоте. В результате столкновения легковушка перевернулась. Машина перевернута. Офигеть вообще. 31-летний водитель иномарки был госпитализирован с ушибленной раной головы. Пассажиры маршрутного такси не пострадали. А в Юрюзане опрокинулся большой груз. Видимо, дальнобойщик пытался уйти от столкновения с отечественной легковушкой и врезался в ограждение дороги. В Озерске нетрезвый шофер Тойоты сбил металлическое ограждение и вылетел на тротуар. Испугавшись, водитель бросил авто и убежал. В Ленинском районе нетрезвый парень на девятке не справился с управлением и врезался в столб. 22-летний водитель и его пассажир получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. И на Свердловском проспекте в результате столкновения грузовика и «Шевроле Круз» пострадал ребенок. 2-летняя девочка получила сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.